Дизайнер Ольга Каурцева возглавила ивановский филиал крупного модельного агентства Bank of Models, которое является учредителем таких конкурсов, как «Супермодель», «Мисс Владимирская Русь». Первый кастинг состоялся в одном из фитнес-центров Кохмы. На отбор пришли девушки, которые еще не имеют большого опыта участия в различных показах и дефиле, но готовы стать профессиональными моделями. По словам Ольги Каурцевой, ивановские красавицы будут участвовать в показах ее коллекций, как в Иванове, так и в других городах России. Девушки все замечательные, красивые, отвечающие модельным требованиям, причем совершенно различных типажей, что тоже приветствуется. У нас есть серьезные школы моделей, безусловно. Единственное, что чем мы отличаемся, что у нас есть выход вообще по всей России, как минимум. Действительно, на показы, потому что я знаю, что девочки ездят и на фотосессии, на все, а у нас именно участие на показах, продвижение, знакомство с хорошими фотографами.